еще видел. Так. О, Арфран. Арфран. Так, может быть, сегодня все-таки 5 частей запишу, может быть, только 3. Потому что я не знаю, как именно я сделаю марафон. И в чем разница? Я тут спокойный. Ну, мелкий, да, стал похож. Хоп! Блин. PewDiePie, блин. Легенд. Все, я легенда. Донатен. В общем, я буду какое-то, наверное, время еще ждать. Когда, блин, это... мне... для меня все-таки выпустят уровни Happy Wheels. Потому что все-таки как-то хочется поиграть в свои. Интересно очень. Я не понял, так оно и должно быть, или это типа баг уровня? Ладно. А, может тут... А, может для кого-нибудь другого предназначалось-то? Ну да. Как я угадал? Что для другого предназначалось, блин? А тогда почему сделали выбор персонажа, если... как бы больше всего похоже, что для него именно... Ёпрослёс. Ладно, потом ради эксперимента выберу какого-нибудь ещё персонажа. То, что вряд ли так может быть, то, что... Блин. Так, ну вот опять на этом месте. А, то есть оно должно было лететь. Классно. Полетел смс-очка. СМС-ка прилетел, кажется. Хоп. Хоп. Это баг. Опять же. Или... нет. Вот это может быть тоже. Тайный хоррор. Мелкий, опять ты нагадил. И опять мне мелкий бросил. Кто там? Кич помолился. Ох, гад, не знаю. Говно не уровень. Так, 75% impossible. А, 75% успеха. Хоп! Блин. Хоп! Все. Прошел. Сангбат. Нет, по-моему. Вот этот уровень. Так. Опять мелкий сломал уровень. Че мелкий опять все испортил. Я не понял. А, нам то есть полюбасу туда что ли надо, да? Блин, кажись, мелкий должен был упасть гораздо позже. Сам уже, блин, что-то как-то подозрительно, то что он вообще. Хоп! Полетела! И семисочка.
А если тупо так? Нет, хоп. А если я тупо вот так буду проходить, то тогда чё? А этот гад будет своей задницей натыкиваться на пики. Ладно, пусть будут тогда гламурными. Красного цвета. Хоп! Не знаю. Ой. Ой-ой-ой. Блин. Ладно. Хоп! Блин, опять же мелкие испортятся. Мелкий. А мелкий, ты опять все портишь. Это то. Что? Полетело. Полетело. Мне не понравился который. Neon Shadow Throw. Хотя не обязательно, что у меня будет именно по хипиусу, может быть, у меня там несколько частей хапиуса. Просто я сейчас еще сам лично для себя не решил, может быть. Это я проходил. По-моему. Видос здесь есть. Impossible. Хоп. Тик-тик-тик-тик-тик. Хоп. Блин, а ты живой, живой? Полетело, 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 полетело. Приземлюсь один. Хоп. Тю-тю-тю-тю-тю. Блин. Ни хрена себе, какие резиновые кишки у этого мужика. Хоп. Чит-е. Все, я высчитал, как надо было. Так. Пасовал 4 в одном. По-моему, а это случайно не тот же самый Impossible, только, блин, ему добавили уровень. По-моему, так оно и есть. Ладно. Так, там третий и... Так, этот... Так, я только ради четвертого. А, то есть, типа, не упасть на мины. Хоп, блин. Типа, не попасть на мину. Хоп, блин. Ёпты. А ну ёпты! Как это мы с Грильдом играли в... Как его зовут-то? В Perfect World. Я помер, и он такой говорит-то. Пишет в чате, оживи, ёпта! Но все-таки у меня с Грильдом как-то больше хороших воспоминаний, чем с кем-либо пока что еще. Ну хотя с Ромой еще были хорошие воспоминания. Но в основном с Грильдом и Ромой самые хорошие воспоминания были. Блин. А вот четвертый левел Impossible никак ты не ахти прохуется, я вам скажу. Хотя это такие... Блин. Да ну нах. Конечно, глаз дефенс. Джастин Бибер. Хоп. Нуб. Нуб мастер. Гуд. 50-50% про. Про мастер. Почему у меня такое чувство, что я с первого раза не пройду, а? Стоп. Зашибись. Юрист. Ты Чак Норрис.
Блин. Вот начаки нулись. Вот тут тема. Нет, смотрите-ка, все нормально. Хоп! Вот это эпично было. Может, типа, так же? Потому что мне этот уровень понравился. Может, сейчас, типа, таких же найду. Глаз. Так, загрузку. Глаз Тауэр. Сейчас просто тупо посмотрю. А, так, 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 что? Он вообще живой или уже мертвый? Так, а в чем разница, интересно? Ни в чем. Хоп, хоп, хоп. Ты еще как-то скажешь, using something glass. Не понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Финиш от. Финиш от. Еее. Так. Глаз, блин. Просто я находил раньше. Вот типа. Да, вот такие уровни. О, Джастин Бибер. Окей. Медиум. Хоп. Блин, такое чувство, что это специальная реклама для грида. Мелкий. А мелкий. Сейчас ты, блин, будешь. Стой. Хард. Не понял. Хард сложнее. Блин. Сложнее. Медиум сложнее харда, потому что, блин, хард как-то я быстро спрошу. Левел 2. Ёпрсты. Оп. Я не понял, я чё... Я случайно 20-ку сломал. А, нет, это 15-ка была. Значит... Блин. Вот, сейчас будет... А, нет, ещё не оказывается, не сейчас. Поехали, хопа. Level 3, nope. Бат, гид. Чё-то я на бат. Руки сломал. Excellent. Как это помню, какую-то игру я играл, блин. Супермен. Level 4. Блять. Харт. Вов. World of Warcraft, что ли? Level 5. А, типа это как Glass Tower, что ли? Хакер. Йо-йо, пересеки. Тихо, тихо. Да ладно, я с первого раза прошел. Можно и медаль, пожалуйста. Так. Glass Breaker Nova. Давайте опять папашу с внучком. Изи. Хоп. Медиум. Вот я смотрел там на некоторых. Почему-то медиум. То после харда, то хард после медиума, блин. Very hard. Хоп. Exine. Сюда помоги своей тухонкой поганой. Так, так. Impossible, блин. Impossible. Как ты суждал это пробивать? Сына, давай, хоп! Сына, подохнуть не хочешь? Это тут стекло, биты. А ты ж любишь победить биты стекло. Хоп. Читер. Вот мне еще нравится, что в Happy Wheels есть еще такие маленькие подколки, типа по мере прохождения. Так. Хоп. Еее. Хоп. О, че? Ладно.
Глазбрейкер Про. И Байкид. Чё это? Не, убились сейчас, блин. А, то есть нормально всё. Блин, что-то мне вот просто, знаете, случайно навел. Хоп. А, то есть, типа, я мог мелкого так использовать, угадали? Угадал, что ли? Что мне не дали? Хоп! Хоп! Чё, ёпусти. Хоп! Вот это я... На тебе за сына моего! Сам будешь теперь... Теперь ты точно инвалид, дедуля. Ни хрена себе. Что? Байкид. Хоп. Как он там? Понятно. И как он там особенно не живет. Он со своим дедулей остался. Он дедулю больше любит, чем отца. Родного. Похоже, там дедуля с ним этим занимается. Да что такое, я не понял. Мои шутки такие. Так. Прощай, ребенок. Да ладно, ты. Как? Хоп. Я заберу своего маленького ходеныша. Я даже шею бульбу. Не бойся, сына. Я тебя спасу, я тебя отвезу в больницу, когда-нибудь. Нет, я клеем моментом тебя спасу. А вот это ж я не понял. Хоп, на тебе. Все, мелкий. Ты был спасен. Что? Почему этот старый пердун как-то не... подозрительно тут... Ёбарасоте! Как это? Как это?